В городе Чанчжи северной провинции Шаньси открылась неделя Китай-Азия. В этом году она проходит в рамках года гуманитарных обменов под девизом «Навстречу новому всеобъемлющее стратегическое партнерство Китай и АСЕАН». Мероприятие, включающее тематические круглые столы, форумы и панельные дискуссии, собрало экспертов, представителей дипмиссии и студентов соответствующих стран в Китае. Они обсуждают торгово-экономическое сотрудничество с учетом инновационного развития, научного, культурные и гуманитарные обмены. АСЕАН объединяет 10 государств Юго-Восточной Азии с общим населением почти в 700 миллионов человек. 4 года подряд ассоциация остается крупнейшим торговым партнером Китая, опережая США и Евросоюз. Китай и АСЕАН также объединяют всестороннее региональное экономическое партнерство, крупнейшая в мире зона свободной торговли. Отношения между Китаем и АСЕАН находятся на самом высоком уровне за всю историю, и мы надеемся воспользоваться возможностью для дальнейшего развития практического сотрудничества между сторонами, особенно торгово-экономического сотрудничества, основанного на производственных силах нового качества. Мы также надеемся на углубление и расширение гуманитарных обменов для укрепления фундамента долгосрочной дружбы между нами. На фоне вызовов 21 века создание инновационной среды имеет особое значение. Благодаря сотрудничеству в исследованиях и разработках мы можем решать серьезные глобальные проблемы, такие как изменение климата, здравоохранение и продовольственная безопасность. Технологическая экспертиза Китая в сочетании с предпринимательской активностью АСЕАН может преобразовать экономическое будущее нашего региона.